преддверии всеми любимого осеннего праздника Дня Учителя губернатор Сергей Морозов поздравил лучших педагогов нашего края и отметил значимость и важность этой благородной профессии. Именно в руках этих специалистов будущее целого региона. Наша сила создать с вами успешное будущее региона. Дорогие друзья, по сложившейся традиции на праздничных церемониях мы действительно чествуем вас, лучших представителей профессии. И я с огромным удовольствием готов уже через буквально секунды выполнить почетную и радостную миссию, вручить вам, работникам образовательной отрасли в Ульяновской области, самые высокие награды, заслуженные награды. Ульяновская область уже не раз доказывала свое превосходство в образовательной сфере. Наши школы и вузы занимают высокие позиции в федеральных рейтингах, а педагоги побеждают на всероссийских конкурсах. Так, например, в этом году учительница из Димитровграда Анастасия Мингачева вошла в число 15 лучших педагогов страны на конкурсе «Учитель года России», финальные итоги которого подведут уже в этот четверг. Это уже очень достойный результат. Но в любом случае мы надеемся и на дальнейшую победу Анастасии. Желаем, конечно, ей успехов и удачи. Как отметил губернатор, образование неизменно является главным стратегическим направлением региональной политики. Напомним, что сейчас в Ульяновской области активно ведется работа по формированию бюджета на 2018 год, и более 8 миллиардов будет выделено именно на отрасль образования. Кристина Жакот, новости Ульяновской правды.